Всем доброго дня! Сегодня компания Простор на обзоре комбайн Акрос 560 с двигателем Каменец, 280 лошадиных сил, 2010 год. В хорошем техническом состоянии комбайн. Работал в том году. В этом году необходимо провести подготовку к уборке. Так, в целом, хороший рабочий комбайн. Двигатель после ремонта. Двигатель ремонтировался. Ремонтировался в сервисном центре. На этом комбайне следов сварки на раме нету. Вот здесь только чуть-чуть сзади из забракованного шкива измельчителя. Было это еще 10 лет назад. Заменяли по гарантии шкив измельчителя. Чуть-чуть рвало было вибрации. Но это уже все исправлено. Уже после этого он 10 лет комбайн отработал. Без всяких сложностей. 2010 год. Обращайтесь. Компания Простор. Техника с наработкой.